Электронная очередь появится на белорусской границе. Соответствующий указ накануне подписал глава государства. Документ позволит усовершенствовать процесс пропуска через госграницу физических лиц, автомобилей и товаров. Водители смогут заранее забронировать время въезда в пункт пропуска на специальном электронном ресурсе. Ссылка на сайт есть на официальном интернет-портале Госпогранкомитета. Те же, кто не воспользуется услугой, будут пересекать границу, как и раньше, по живой очереди. Непосредственно вблизи пункта пропуска будут оборудованы сервисные зоны, в которых будет производиться ожидание как тех, кто пересекает государственную границу в живой очереди, так и тех, кто непосредственно прибывает ко времени своего пересечения, которое он забронировал. К этому времени он, прибывая к пункту пропуска, видит свой номер на табло и будет приглашен непосредственно на въезд для оформления. Напомню, ранее электронная очередь в приграничных пунктах пропуска действовала в тестовом режиме. Планируется, что в полном объеме система начнет работать в течение полугода. Стоимость услуги и в каких именно пропускных пунктах она заработает в первую очередь, еще предстоит определить Совету министров.